Сегодня в меню бисквит, который получается всегда. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 2 щепотки. Яйца куриные 4 штуки. Сахар 1 стакан 150-160 грамм. Мука пшеничная 1 стакан 130 грамм. Масло растительное 15 мл для смазывания формы. Пористая выпечка получится даже у школьника, если он последует всем советам в рецепте и для остывания перевернет бисквит в форме на бок. Тогда выпечка не осядет, а останется воздушной и пышной. Старайтесь готовить ее из качественных куриных яиц, лучше всего фермерских. Бисквит приобретет яркий цвет, так как желтки в фермерских яйцах ярко-оранжевые. Подготовьте указанные ингредиенты. Используя широкую форму, увеличьте количество яиц до 5 штук, а также время выпекания на 5-7 минут, не меняя норму сахара и муки, чтобы бисквитного теста получилось больше и сама выпечка была пышнее. Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или глубокую миску с высокими бортиками. Всыпьте сахарный песок и взбейте все примерно 3-4 минуты на самой высокой скорости техники. Добавьте просеянную, заранее пшеничную муку высшего сорта. Вмешайте на низкой скорости, или просто используйте силиконовую лопатку, чтобы не выпустить пузырьки воздуха, отвечающие за подъем выпечки. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов, смажьте дно формы и ее бока растительным маслом без запаха или топленым сливочным. Влейте тесто в форму и сразу же поместите в духовку. Выпекайте около 20-25 минут, следя за поверхностью выпечки. Проверяйте бисквит деревянной шпажкой, она должна выходить сухой из середины бисквита. После выпекания выключите нагрев, а форму переверните на бок и остудите в таком виде, иначе бисквит осядет и приобретет непривлекательный вид. После этого остудите его и используйте по назначению для создания тортов и пирожных. Самый пышный и высокий бисквит, который получается всегда, можно испечь в форме маленького диаметра. Запомните, чем меньше форма, тем пышнее получится бисквитная выпечка и наоборот. Попробуйте. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!